Приветствую вас на своем канале. Сегодня будем готовить вот такой торт Рафаэлла. Готовим бисквит. Яйца с сахаром взбиваем до увеличения в объеме. Добавляем ванилин, муку и тертые орешки. Аккуратно перемешиваем. Все перемешали, наливаем форму. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов. Готовность проверяем палочкой. Наш бисквит готов. Даем остыть. Потом убираем в пакет и отправляем в холодильник на 2 часа. Готовим крем. В миску положили сыр маскарпоне, сливки. Добавляем ванилин или ванильный сахар и взбиваем. Добавляем сахарную пудру и взбиваем еще пару минут. Крем готов. Разделяем на 2 части. Во вторую часть добавляю кокосовую стружку.
достаем бисквит из холодильника и разрезаем на коржи. Мы все подготовили, собираем торт. Коржи пропитываем молоком, соединяем кремом с кокосовой стружкой. Украшаем торт кокосовой стружкой и миндалем.
Отправляем торт в холодильник пропитаться на 2 часа. Желаю всем приятного чаепития!